вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Индиана Джонс и адская машина. Мы попали в этот затопленный корабль, японский, видимо, и пытаемся найти какие-то инструменты, чтобы сдвинуть там ящик на верхней палубе и перебраться к тотемам. Но это очень сложно, черт возьми. Мне может не хватить воздуха. Так, пардон, затупил. Забыл, как плавать. Еще разок. Да, воздух должен на максимуме быть. Так, направо. Здесь налево. Здесь уж еще раз налево. Вот здесь. Прямо. Направо. Так, туда или сюда? Давай сюда. Блин, сквозное. Блять. Валим. Валим. Сюда. Черт, тут очень легко заблудиться. Заблудиться и пропасть. О. Аж у самого легкие горят, черт побери. Надо, кстати, летом тоже на плавание записаться. Так, сюда. 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 И там вниз такой спуск был, блин, очень опасно. Вот он. Помимо всего прочего, здесь еще и рыбы. И воздуха вообще нету. Здесь что-то есть у нас. Ключ. Я надеюсь, это... Да плыви, господи. Блин, я не успею. Нет, не сюда, блядь. Блин. Подожди, а может там... Наверху есть что-нибудь. А, смотри, тут замок. А мы замок можем? Так, тихо. Замок, по-моему, мы можем сбить молотком. Поэтому нам надо доплыть туда, сбить замок молотком, и там нам, у нас будет очередной воздушный карман. Поплыли, так и сделаем. Прежде чем брать этот ключ... Когда уже знаешь путь, достаточно легко. Ну-ка. Мотолок. И, кстати сказать, мы выбраться сможем на верхнюю палубу. Да, детка. И сможем, реально сможем. И раз у нас есть молоток, я предлагаю сразу же сходить туда, на мостик. И воспользоваться молотком в очередной раз. А, это не работает. Почему? Тот же замок. Вот замочная скважина. Нужен только ключ. Нужен только ключ. Ключ. А ключ как раз мы сейчас возьмем. Понятно. Я думал, что этот замок мы тоже можем сбить молотком. Ну тогда все проще. Кроме, конечно, рыб, которые там плавают. Может, мы их отгоним сейчас? Вот так вот. На тебе, зараза, все, поубивали рыб. С
спокойно теперь. Берем ключ и валим. Здесь, по-моему, в трюме больше ни черта нету. Поэтому чисто с английским спокойствием покидаем этот трюм. Да, так бы реально воздуха не хватило, если бы не этот воздушный карман. Так, вот замок. У нас есть ключ. Идеально подошел. Ага. Рукоятка. Вот эта рукоятка ростом, размером, блин, с рост Индии. Это, я так понимаю, ничего не работает. Полный вперед не работает. Так, а вот и остальной отсек. Ты смотри, там что-то есть. Сейчас спустимся. А, подожди, что, мы сюда не можем пролезть? Это печально. Да смотри, правда не можем. Вполне, блин, мог бы пролезть там. А, здесь даже лестница есть. Так, умерщвлённый японский солдат. Что это? Аптечка? Может быть, даже капитан. И золотишко. Что теперь? Я не могу открыть это. А вот это ты сможешь открыть? Я не могу открыть это. Ну ладно, не очень-то хотелось. Это ведет прямо на палубу. Вот мне интересует, почему мы туда не можем залезть. Ну, в смысле, не на эту лестницу, а вот в эти отверстия. Ведь вполне Инди проходит. Нет, смотри, не можем, и все. Ну ладно, давайте нарисуем здесь что-нибудь и пойдем дальше. Что нарисовал? Три камня. Как они назывались-то? Из второй части. Так, ну здесь мы однозначно используем нашу ручку. А, да, нам ящик не надо, то есть сюда пододвигать. У нас же есть хлыст. Всегда забываю про хлыст. Замечательно. Здесь что-то есть. Да, что-то зарыто, как будто бы. Ну-ну, посмотрим на этот... Плита. Офигеть. Подземный проход. И, кстати, я помню, где он. Это уже, к сожалению, не на этой стороне. Нам придется проплыть. Я думаю, лучше сделать это. Там акулы, заразы. Ладно, вроде уплыли. Хотя не факт. Thank you.
еще и мины со времен Второй мировой в этой лагуне остались. Я не знаю, можно ли нарваться на мину, но рисковать не буду. Черт, почти сожрали всего. Сволочь, а. Думаю, впору подлечиться и сохраниться. На удивление, я лагуну как-то больше помню, чем Шангрилу. Здесь достаточно все быстро получается. Так, и кстати, у нас есть молоток, и мы теперь можем отковырять лопасть пропеллера самолета. Опять, конечно, буду доставать рыбы, но черт возьми, ладно. Нам бы поближе к нему высадиться. О, самый раз. Пошла в задницу. Подожди, подожди. Я знаю, тебе нужен молоток. Так, есть. Хорошо. И плывем в открывшийся проход. Там стоят два тотема. По-моему, я плыву не туда, да? Блин, а куда ж плыть? Да отстань ты, господи. Нажралась, что ли? Три куска откусила, а? Как можно? Четыре! Энди, не тупи! Так, я, пожалуй, сохранюсь, пока меня не до конца не сожрали. Давайте-ка их убьем, раз можно. Раз можно, то что нельзя? Я надеюсь, что я в них попадаю. Она озверела, короче. Ну вот эти тотемы прям передо мной стоят. Блин, только патроны потратил, по-моему. Так, уже голос садится, уже шестая серия за день. Погнали. Вот без пропеллера, да отстань ты от меня, господи. Без пропеллера мы бы не открыли вот эти двери. Это я точно помню. Поэтому берем пропеллер, лопасть пропеллера. И раздвигаем. Блин, там еще акулы. Это все хорошо, но мне нужен воздух. Я же не рыба. Может, тут-то тоже. Кстати сказать, у меня лопасти пропеллера уже нету. Хана. Так, еще разок. Ну, то есть я не понял, да, как куда мне там плыть?
хватает меня хавать уже, а? Открыть я эту шнягу открыл, конечно, но... Вот куда плыть теперь... А, вот какая-то кнопка. Все, понятно. Не сразу, черт возьми, увидишь эту кнопку. Наверняка это откроется та дверь. Поэтому сначала налево за сокровищами. Потом резко направо включаем кнопку. Надеюсь, акула нас пока еще не спалила. Спалила. Пока идет анимация, я заранее зажимаю кнопочку, но... Да. Блин, воздуха, по-моему, не хватит. Не надо быть пессимистом. Давай, двигай. Давай. Не хватило. Чуть-чуть не хватило. В этот раз, на удивление, меньше покусали. Я бы, конечно, мог отказаться от вот этого вот артефакта, чтобы за ним лишний раз, лишнее время не плыть. Но я, черт возьми, не могу. Надо просто подлечиться. Теперь у нас будут уходить жизни, но жизни сейчас больше, чем в прошлый раз, и мы должны успеть к поверхности. Давай, родной, давай. Ой, хорошо. Черт возьми, это хорошо. Это хотя бы так. Ах ты, маленькая сука. Подходи по одному. Предлагаю вот этих рыб здесь перебить.
акул вроде как нету. Вот так вот. Ой, замечательно. Я даже сохранюсь на радостях. Так, ну и давайте немного осмотримся, что у нас здесь есть. Ух ты, какой-то храм. Там что-то еще. Ну там ничего нету, я предлагаю на дно немножко опуститься, посмотреть. Обычно секретики прячут, ну, какие-нибудь подводные пещеры, прячут вот за камнями там и так далее, и тому подобное. Поэтому я намеренно камнем подплыл посмотреть поближе. Так, ладно, что у нас здесь? Вход куда-то. Нет, сюда он не залазит. А те ворота, я так понимаю, заперты все равно, да? И мы не сможем туда пробраться по любасу. Давайте проверим. Должен иметься способ открыть эту дверь. Только я не знаю, какой. Вообще, грамотно ли говорить «должен иметься способ»? Должен быть способ. Но они перевели дословно, получается. Поэтому этот перевод и оказался таким прикольным. Должен иметься способ. Это должно делать это. Так, ну значит, вход у нас отсюда. Ой, ёпта, ты меня напугал. Маленький гаденыш. Так, вижу. Ой, не только это есть. Еще и золотишко. Ну и что мы имеем? А, я подумал, что это алмаз блестит. Нет, это всего лишь гладь воды. Голубой лагунной воды. Смотри, целый храм, да? Погребенный под песками. Интересно, да, звуковое оформление? Надеюсь, вам слышно вот этот протяжный гул. Как будто сотни голосов молятся. Какому-то богу неведомому нам. Теперь как-то вот... Ай, блин! Почему я путаю эти гребаные кнопки, а? Что характерно, пока что мы не встретили ни одного коми. Возможно, они и не знают, что мы отправились на этот остров. Хотя наверняка знают. Так, ну вот мы и добрались куда-то.
И я даже знаю куда. Помните, мы были вот там внизу. И лопатой себе. Да, вон там он. Лопатой откопали идол какой-то, что ли. А здесь целый тотем. Видимо, кнопка. Так, это мы знаем уже где. И возвращаемся. Видимо, это конец уровня, как мне кажется. Потому что я больше особо не помню. По-моему, знаете, там... Нет, неохота возвращаться. По-моему, там был какой-то секретик, где мы, помните, взяли лопату в этой темной комнате. И я ее не осветил, или осветил, но не заметил. Там должно быть... Были... Была стена разрушенная. Если будете играть вдруг, то посмотрите. Я... Затрудняюсь утверждать. По-моему, что там было. Или я взял, но уже не помню. Так, ну что... Что-то... Тоже какой-то храм, что ли. Ну и да, это конец уровня. Так что поздравляем, мы еще один уровень прошли. Ну, продолжим уже в следующей серии. Само собой, она короче получилась, но ничего страшного. Так что подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, комментируйте. Всем желаю всего доброго.